Что там, ребята, интрига? Интрига, что там, принцесса Рита? Что же там, ребят, может не смотреть? Смотрим вот эти домики, розовенький, светленький. И, ребята, и это означает, ребята, что у нас уже 6-я оценка многоэтажек. И вот сегодня все дизайнеры, которые смогли прийти. Ребята, давайте проверим, кто из вас самый быстрый, кто успеет поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. Если ты уже подписан, то просто поставь лайк. 1, 2, 3, 4, 5. Успел? Молодец, ты супер быстрый. Мы снимаем в будний день, выходные не успели снять. Слишком много съемок. И вот эти ребята. Сейчас мы будем их оценивать по очереди. Давайте же посмотрим, какие новые, крутые, интересные решения дизайна они придумали. Начинаем. Ну что ж, давайте тогда начнем с розовенького дома. Пойдемте посмотрим, что внутри. Ух ты ж, тут сразу перегородочка. Закрыли, так, подпишись на канал папа и дочки, ребята, правильно. Кто успел это сделать, кто успел поставить лайк, вы самые молодцы, самые крутые. Так, кассы нет, доллар платить не надо. Ну смотрите, ребята, как они сделали прихожую. Вроде так простенько, но очень симпатично. Ну что ж, идемте дальше, смотреть, что у нас здесь. Здесь перегородка, здесь они ремонтировали. Смотрите, они потратили все деньги, у них всего 2 доллара осталось. Спускаемся вниз, вот это вот решение, придуманное уже у всех есть, оно очень классное. Здесь пляжная зона. Здесь у нас зона для немножко перекусить, принять душ. Все верно, все отлично. Там внизу яркий пол, просто давайте нырнем. Да, о, он очень яркий. Всплываем сюда. А, это у нас, как вы догадались, папа дочки, Рита и Арина. Классно. Так, сейчас, ой, давайте поднимемся. Сюда. Ой, еще раз. Не получается что-то у меня. Ну ладно. Еще разок. У меня какой-то, ребят, персонаж неправильный. Я постоянно слазью, спадываю. Ну там, короче, вышка, а вон там я заметил, смотрите, еще что-то такое. Пойдемте посмотрим. А там небольшая спаленка для двух взрослых, одного ребеночки. Тоже вот так вот по стеночке пойдем. А, вот, сюда я могу забраться. Паркурчик, ребята. Оби. А! Раньше времени грохнулся. Секретка, ребята, интересно, да? Секретка, которая подписана секретка. Ладно, давайте посмотрим, что там. Здесь достань флайпета. Ладно, это мы посмотрим, как обычно, в конце всей секретки. А мы отправляемся на верхний этаж. Что там, ребята, интрига? Интрига, что там, принцесса Рита? Что же там, ребят, может не смотреть? Я смотрю, дымок, смотрите, там пожар, пожар! Ладно, шучу, пойдемте посмотрим, что тут. Дым нас встречает, и тут у нас... розовая комнатка. Здесь загончик для питомчиков, освещенный ярко. Диванчик. Небольшой уютный уголочек. Проходим сначала вот сюда, направо. Желтенькая комнатка, ребят. Классно, да, Диана? Вроде немножко деталек, но очень классно смотрится. Только если смотреть физику, ребят, вот окно, которое выходит у нас, оп, вот сюда. Ну ладно, это не важно, главное красиво. Кроваточка, телевизор. Здесь, о, туалетик тоже симпатичный, даже ванна такая, для маленьких, что ли, душ. Я сюда не могу, это для маленьких, ванночка такая, машинка стиральная. Классно, да? Мне нравится. Шкафчики, полочки, получилось очень здорово. И вот еще девочки охраняли эту комнату, зайдем сюда, что здесь? Опа! А, это выход! Вот сюда я еще не зашел. А здесь у нас небольшая кухонка, смотрите, полки поставлены, тут ингредиенты, с которых можно пиццу забацать. И поднимаемся на один этаж выше. Бар. Ух ты, ребята, сейчас перекусим. Заходим, и здесь такой пляжный пол, столики. Здесь вот, да, барная стоечка. Пицца ваца. Двадца. Пицца ца двадцатца. Пицца двадцать. 20 центов? 20 долларов. Ну, 20 долларов, ладно. Принесете, девушка, принесете мне пиццу. А я пока пойду посмотрю, что здесь вот у нас. А здесь у нас комнатка, арочка. Интересно, это проход куда-то? Нет, это просто арочка. Смотрите, здесь вот типа мороженки. А, это я зашел за ширмочку, да? Всякие для приготовления штуковинки. Дорожка такая. Здесь ванночка, перегородочка. Смотрите, чтобы брызги не летели. Туалетик. О, мне мороженое дали, отлично. Вкусное мороженое. Что ж, и мы идем дальше, на следующий этаж. Очень неплохо получилось. Комната Рита
Рита, ну это не наша Рита, это Рита, которая строила. Давайте посмотрим, что они здесь себе сделали. Вот такая вот, если с расстояния смотреть, розовый дизайн такой, розовенькое все, розовенькое. Здесь сидит Рита, смотрит что-то. Здесь готовится пицца, хорошо. Столики, отлично. Так, отсюда я пришел, да? Да. Теперь давайте направо залезем. Что-то черное, ребят, тут вообще что-то все черное. Питон, черная ванна. И тут, в общем, короче, такое все черное. Ну ладно, пойдемте дальше, прикольно. Теперь заглянем сюда. Здесь просто комнатка, кроваточка тут наверху, полочка. И вот такой дизайн ванны. Простенько, но со вкусом. О, заборчик из деревьев, немножко недостроен, здесь все-таки можно грохнуться. Ну, комната Рита, вау! Ладно, Рита, вау, смотрите, арочки тык-тык-тык-тык прошлись. О, а здесь как библиотека, смотрите, столы прозрачные понаставлены. Книжечки лежат, здесь кто хочет, сел, перекусил, пончики там все приготовил. Стучка с ингредиентами для пиццы. Только где печка для пиццы? Сырую, что ли, жевать? Животики болеть будут. Ладно, переходим вот в эту комнатку. Что же там такое у нас? Здесь что-то розовое. Кроваточки. О, это типа качели-кресла, да? Немножко вот так вот сделаны. И дополнительная комнатка наверху. Ага, здесь стоят кроваточки. Отлично. Пойдемте в другую комнату. И здесь у нас туалет и ванна. Перегородочка. Здесь вот в туалет ходишь, в ванну, руки помыл, полотенцем вытер и... А что такое? Сесть. А, это оттуда. Все. Ну что ж, идемте на следующий этаж, посмотрим, что там есть. О, кушает мороженое. Вкусное, наверное. Моя комната. Отлично. Смотрим. О, цветочек. А, смотрите, ребят, когда двигаюсь, он такой вот мигает. Цветочек. Красиво, да? Можно запомнить, вот это такие кругленьких новых деталей, да, сделаны вот так вот по кругу, посередине желтые лепесточки, но это старые детальки, а вот это новые, получается реально цветочек папа-дочки, наверное, очень похож. Здесь, во, сидит, кушает пиццу, вот, ребята, если вы без печки готовите, у вас пицца сырая, а да, животик болеть будет. Так, заходим сюда, это мы вышли, давайте направо, вот сюда, ага, здесь готовим, значит, пончики, пиццу, здесь телевизор, здесь отдельная ванна, комнатки для детишек, чик-чик-чик, для питомчиков. Сюда заходим, здесь у нас, о, классная комнатка, смотрите, такая разноцветная, для трех детишек разные цвета, и лесенка, и кроватка, лесенка, кроватка, рояльчик, вот еще такая штучка, здесь посидеть, поиграть в компьютер. Заходим теперь сюда, черная кухня, такая темная. Теперь идемте сюда, и здесь ванна, туалет. Все, отправляемся дальше. И последняя комната. А это чисто территория питомцев, ребята. Вот кормушки для них, будочки. Сюда переходим, а здесь для детей. Любят папа-дочки, ура, нас любят. И, ну, вообще, вот смотрите, кстати, классно, да, получилось? Такая полочка с книжечками, и вот здесь еще тык-тык, полочки, такие кроваточки. Очень симпатично. И у нас, конечно же, осталась секретка. Выходим, и она нас выходит в бассейн. Ребят, тут, смотрите, оказывается, вот так вот можно здесь сделать проход. Кстати, вам лайфхак, что достаточно поставить стульчик с одной стороны и стульчик с другой стороны. Не надо диван сквозь ставить, и просто будет красиво выглядеть переходик. Мы достаем флайпета. Мой знаменитый ворон. Поднимаемся наверх. И тут статуи. Папа-дочки. Вот такие вот девчонок получили статуи. Смотрите, ребятки. Вот это Арина, это Рита, это папа. Вот такие мы. Прикольные. Дарим вот таких вот питомчиков. И вот такие подарочки. Я надеюсь, у них выпадет что-то крутое из них. А мы отправляемся во второй дом. Комнаты для папы и дочек стоят $100. Ничего себе, VIP-комната $1000. Это отель получается, ребята. Ничего себе. Как я понимаю, это отель. Посмотрим, что же они здесь сделали. Сразу несколько касс. Предполагается... Оу! Первое, что, ребят, я вижу, это
А, моя футболочка, и как всегда я называю это Леся, лов папа дочки. Леся в моей футболочке. А мы продолжаем смотреть. Так, здесь тоже касса, чайнички, здесь ресепшн. Посидеть, подождать, пока тебя обслужат. Отличненько, так доллар я заплачу. Я же жить не буду, а так посмотреть. Ну, теперь давайте спустимся, как обычно. О, мне чаёк дали, отлично, за доллар. Класс. Ах, вкуснятина. Здесь у нас бар. В общем, как я понял, ребята, это очень удобное место под бар, либо раздевалку здесь делают. Здесь немножко дискотеки, open air устраивать. Здесь посидеть, позагорать, коктейльчик попить, там небольшой клад. Здесь немножечко пляжа, посмотрим, что внутри. Да, не внутри, ребят, смотрите, украсили весь бассейн, чтобы он прям, ну, совсем ярким был, ярким и красивым. Вылез, еле-еле вылез. Есть типа VIP-комната, мороженки, смотрите, здесь вот присел на острове на воде. Кораблик поставили. Вот такой кораблик-крылатка. В общем, классно, да, ребят? Посмотрите, мне нравится, как обустроили. И пойдемте дальше. Для папы и дочек Games. Ну что ж, посмотрим, что ребята для меня приготовили. Какой здесь дизайн, что они сделали. Так, о, какая-то комната, они ее разделили, зеленый цвет, здесь вот игрушки, девочкам посидеть побегать. А теперь посмотрим, что с этой стороны. О, здесь девочка себе пиццу готовит, хорошо. О, смотрите, тут такая лесенка, так, здесь компьютер, рабочее место. Вот смотрите, лесенка сделана. Раз, типа круговой, так, так и так. Оригинально, да, смотрите, ребят, мне нравится. Так, папа дочки из бутылочек, сердечко. Это Аришка, разноцветные волосы, это Рита. Я даже без надписи все разгадал. Классно. Давайте посмотрим, что тут еще у нас есть на этом этаже. О, смотрите, какая розовенькая комнатка. Чисто для Риты и Арины такие. Одна здесь спит, другая здесь спит. Здесь рабочее место, книжечки почитать. Выходим, и вот, по-моему, вот сюда мне еще... А, нет, по-моему, я отсюда зашел. А, не-не-не-не-не. А это, наверное, моя комната, да? Зеленые тона, здесь на рояльчике поиграть. Люблю я всякие музыкальные штучки. А, деревья, двухспальная кровать, компьютер, телевизор. Все отлично, красиво сделано. Здесь у нас... А здесь у нас что? Непонятно, но видно, что есть проход на верхний этаж. Заходим, и здесь три душевые кабины для нас, для всех. И три раковины. Каждому своя, ребят, смотрите, они как задумали. Зеленая папа дочки, розовенькая это Аришка, и вот такой сиреневый цвет это Маргарита. Классно, вот это круто придумали. Только вот эти столы, я не понял, зачем они тут стоят. Ну ладно, пускай стоят. Отправляемся дальше. Поднимаемся. Ночью красиво, отлично, но секретки мы смотрим в конце. Поднимаемся чуть выше. Что-то я не... А это что такое? А это, ребят, стена! Я неожиданно увидел, как бы уже привык здесь пространство. Здесь, смотрите, стеной перекрыли, молодцы, чтобы никто не падал. Заходим в комнату. И здесь такая, смотрите, просторная такая комната, где можно и покушать, посидеть, поработать, посмотреть телевизор, почитать книжечку. Здорово. Очень хорошо оформлено. Теперь переходим сюда. Здесь коврики. Спальня для деток. Возле камина посидеть. Здесь еще одна спаленка для взрослого. И здесь ванна. Ой, кто-то моется. И, короче, посмотрим тихонечко. Здесь ванна, туалетик, все как положено. И заходим в следующий этаж. О, мне еще чаек дали. Ах, спасибо. Смотрим, здесь такая розовенькая комнатка. Тоже диванчик, все уютненько, да? Очень, кстати, похожи дизайны. Многие дизайны похожи. Но, видимо, это сама комната, так говорит. Так все расставить, построить, да? Вот, ну, очень симпатично, мне нравится. Давайте сначала методом правой руки направо идем. Здесь для питомчиков. Отлично. Теперь зайдем сюда, посмотрим. Здесь у нас кроватка 1, кроватка 2. Такая комнатка, как отель, ребята. Это чисто заселился такой, живешь просторно. Ванна, туалет, все есть, красиво. Да вот перегородочка, ребят, никто не упадет, все безопасно. И заходим вот сюда. Здесь у нас тоже отдельная комната, да, то есть тоже жильцы приходят внизу, оплачивают, это же дом-отель, и заселяются на определенный этаж. Здесь тоже кухонка, где посидеть, поработать. Заходим сюда, здесь тоже телевизор для двух детей, спальня. Они, получается, делали типовое здание на каждом этаже, типовые ремонты. Тоже, кстати, хорошая идея. Именно для отеля. Здесь душ, туалет и раковина. А, полотенчиков чуть-чуть не хватает, но это ничего страшного. Об штаны вытру руки.
Пойдемте дальше. О, черное и белое дерево. Черное и белое. Прикольно. Поднимаемся и последний. Вип-комната, ребята, интересно, что же они там сделали? О, проходите, смотрите, ребят, тут как бы даже предбанник есть такой. Проходишь, смотрим, что ребята понимают под словом VIP. Пуховики, хочу сказать. Пуфики. Да, такой, знаете, кухонка, все так красиво. Туалет для петов отдельно, ребят, смотрите. Нормально, у своих, у питомцев свой туалет. Здесь гардеробчик. Да, они, смотрите, они, получается, разделили эту комнату, и вот такая вот она большая получилась. Здесь вот отдельно посидеть, посмотреть телевизор. Здесь тоже гардеробчик, огромная стиральная машина. Выходим сюда, здесь студия. Так, девочка, спите, ребят, тихо. Они тоже разграничили, получается, все вот кусочками, и получается, что дом не похож на обычный такой дом. Так, гардеробчик, красиво, да? В общем, все продумано, здорово этот этаж они обстроили. Мне нравится. Можно брать себе, ребят, идеи. Если вам какая-то идея из этого дома понравилась, обязательно напишите в комментариях. А тут еще вот. Да, это тоже гардероб, прихожая, прям при входе. Здорово придумали, мне нравится. Ну что ж, мы прошли все этажи, теперь идемте в VIP-комнату, точнее не VIP, а секретку, в которой было у них написано «Ночью красиво», вот. И перемещаемся. Что у нас здесь? И... А-а-а, ребята! У вас скоро 500 тысяч, ребят, на самом деле уже 500 тысяч. Уже 500 тысяч, смотрите, какая красивая надпись, я сейчас себе ее запишу, запомню. Передаю вот таких питомчиков. И вот такие подарки. Друзья, и вот подошла шестая оценка домов. Ну, как вы понимаете, это еще не все. Очень много ребят строили дома, делали ремонты. И впереди вас ждут еще более интересные интерьеры, какие-то решения. Так что обязательно, ребят, подпишитесь на канал, поставьте лайк. А с вами сегодня был Папа Дочки и вот команда дизайнеров. Всем пока! You're the only reason, baby, you're the answer to my prayer.